какой тональность мы сейчас должны определиться, да? Какой тебе удобнее будет. Давай. Тоже так же и поем на ду. Два, три. Да. Мы же шли по полутонам. В оригинал пришли? Ну вот видите, Александр Васильевич, хорошо. На малую терцию, но, ну, по крайней мере, ты справилась с нижними ноточками почти со всеми. Раз, два, три, и... Уклони звук, убежи! Поднимем еще это оригинал. Угу. Сарьяна, работай в динамике. Я тебя очень прошу. Но не может быть такая вялая она. Да, только первый раз. Но сразу надо. Сразу надо. Вот сейчас у нас есть время. Сразу надо петь и сразу надо в динамике работать. Прямо все. То есть мы же сейчас распевались, мы в тунику приходили, а сейчас все, вроде как привыкла. А тебе у тебя та-да-ти, потом от этой ноточки идет та-да-ри-да-да-да-да-ри-ду-ри-ду-ду. Пойдем. Раз, два, три. Еще разочек. Александр Ильич, вот сыграйте просто функционально еще. Попадай. Вот и все. Два, три. А сейчас давай, ты споешь «Беря дыхание». То есть смотри, мы поем. Дыхание. Дыхание. То есть атака мягкая, на дыхание мягко. Где-то даже я чуть-чуть придыхание, то есть расщепила начало, да, чуть-чуть фразочки. Работай, пожалуйста, вот так, свободно, 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 чтобы не было. Мы посмотрели, мы проверили твое дыхание, его хватает. А сейчас наоборот, потому что там по фразам, скорее всего, по смысловой нагрузке, надо будет его брать. Пробуем. Раз, тончик. Угу. Раз, два, три. Спасибо, не получилось. За первым разом не низко, надо гортань поднимать. Потому что мы, конечно, можем поднять. Мы поднимем сейчас, там полтончика еще раз, значит, поднимите. Не взяла дыхание в первой фразе, не спускай, не поднимаешь ноточку наверх перед второй фразой. Привыкла в тонику приходить. И показательные, сделай мне показательные вдохи. Прям специально. И еще один момент, который я заметила, ты когда фразу пела, ты ее не допела и кинула ее и взяла дыхание. Нет, моя дорогая, лучше опоздать, взять дыхание, спокойно начать и потом догнать, чем ты возьмешь и оборвешь предыдущую фразу. Нет, ее нужно допеть, она тоже очень важная. Еще разочек, тон, мы выше на полтона. Угу. Раз, два, три. Дыхание. Не хотим дышать. Зачем? Нам так. Тебе удобно на одном дыхании? Ну, ты понимаешь, что там слова потом будут. Слова потом будут. Ты сейчас, смотри, когда мы поем на одной фонеме, экономия идет дыхание. Когда ты начнешь петь слова, тебе может не хватить дыхания. Поэтому мы попробовали так. Для чего? Для того, чтобы ты
на легато попела, для того, чтобы ты в оппозиции в одной осталась, чтобы у тебя поплотнее был звук. А начнешь фонетически, там у нас пойдут слова, все же это может и разбиться, и согласные звуки все это разобьют. И вот то, как ты атакуешь тоже начало, согласитесь, Александр Ильич, немножко грубовато как-то атакуется сразу, первая ноточка. Она очень резкая, ну, прям она как бы немножечко вот рисковатая. Поэтому давай-ка ее немножечко помягче, еще разочек, здесь же. Пошли, раз, два, три. Вот, плотнее. А у тебя слова есть английские? Есть. Вот давай, вот сейчас мы разобьем. Сейчас все разобьется. Давай, ну опять балалайки. Не успела я. Не успела. Что значит не успела? Впереди были выходные. В следующий раз я тебя наругаю. Сегодня предупреждение, в следующий раз без слов не пущу вообще. Не пустим, Айсан Ильич? Нет, конечно. Все. За дверью. Да как? А как работать вот здесь? Как писать? Как где работать? Как фразировку? Как все это объединять? Как подчеркивать? Как вписывать? Суждание, не сделаешь там ничего. Все, поем с английским текстом. Ты английский вообще знаешь язык? Ну так, нормально. Нормально? Ну не прям его, но читать могу. Нет, ну а в плане произношения? Ну, произношение могу. То есть тебе не делали никогда замечаний по поводу твоего английского языка? Потому что мне трудно тебе будет подсказывать. А Александр Ильич, вы-то знаете английский язык? Тоже? Так себе. В общем, мы так себе, а мы не как себе. Поэтому поехали. Ну, по крайней мере, я сейчас сразу услышу, сможешь ли ты спеть это на одном дыхании. В этой же тональности, Александр Иванович, было неплохо. Два и... Дыхания не хватило раз, во-вторых, совершенно ушли в головные полностью резонаторы. Мы все напевала все, с опоры спрыгнула, и все. И сразу опора пошла отдохнуть. Я отдохну, однако. А что мне? Да. Вот такой вот был звук. Ну это что это такое? Где? Вот здесь он должен быть прям. Еще разочек поем. Поем. И дыхание берем сейчас, по фразе, берем дыхание. Два, и... Fly. Смотри, ко мне мордаха. Fly. Высокий звук. Fly. Я поиграла динамикой даже в одной ноточке. Поехали. И два. Fly me to the moon. Абсолютно убежала легато. Куда делась? Сейчас добавила просто громкости, как бы стала петь погромче. Но немного резонатор головной как бы немножечко уменьшился. Уменьшился. Но ты же все спрыгнула. На-на-на-на-на. Это что было такое? Так все на легато. Английский язык. Такой мягкий, такой красивый язык. Поем? Два и... Где эта нота? Распеваем. Прямо отсюда и... Нет, стоп, что у нас там было? Без особой речи. Александр, сейчас отдохните. Давай. Да? Play your master. Мы сейчас вторую фразу будем петь. Спой это, пожалуйста, без особой артикуляции. Аккуратненько, как будто ты нюхаешь цветочек. Play your master. А внутри все работает, а здесь нет ничего лишнего. И... Play your master. Давай медленно. Каждую ноту. Play yourself. Ой, ты посмотри-ка, что мы вывели там. Молодец.
Ну, потому что сделала все как надо, помогла, и губа верхняя заработала. Но все равно было не точно, как бы не уверенно. Еще разочек. Высоко, очень завышено. Вот этой нотки нет. Нет ее. Вообще все на легато. И. Play your mind. Нет. Play your. Play your. Просто спой этот ход. Play your master. Ну вот же. Ну вот же. Понимаешь, это как у этого в фильме. Здесь помню, здесь не помню. Один говорит, так не бывает. Он бывает. Так что тут слышу, тут не слышу. Play. Сделай мне носик. Play. Закрой вообще губы. Play. Вот так сделай. Play. Вот, вот. Не надо распластанного такого звука. Ищи его. Play your sound. Еще. Play your mind. Ну опять ушла высокая, но хорошая была play. Play your sound. С ансамбличем. И. Play your mind. Да, хорошо, но только смотри, 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 опять ушла обличенность, хорошая грудная, да, 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 играй звуком, он не может быть одинаков везде, иначе это, ну это некрасиво все это, едет машинка, тут деревья, тут домик, тут клумба, тут это все, и звуки тоже, тут одно, тут другое, тут третье, еще разок, два, и... Еще разок не было. Play your mind. Вот этой. Play your mind. Сама и. Play your mind. Ну было же сейчас чистенько. Сейчас было чистенько и было неплохо. Еще найдешь звук. Еще раз с Александром Ильичем. И дальше идем фразочку следующую после этого. И. Play your mind. На истошном дыхании, это я не знаю, это экзекуция. Ты мазохистка? Ну так а в чем дело? Вот здесь надо взять дыхание с Александром Валерьевичем. Глаза потом будут, как у краба. Так вывалится. Точно, да? Боже, мне надо допеть. А что делать? Ну дыши ты! На вторую фразу. И... Где звук? Майс было хорошо. Ты взяла дыхание в другом. Ты в другом взяла вместе дыхание. Ты мне просто скажи по-английски. Ты перевести можешь? Вот так прям нет. Замечу, вы можете перевести? Вы же что-то там... Да я читал что-то перевод. Ну там в свете ночной луны. Нет, а вот чтобы нам порвать фразу, она видите где? Сарьяна берет где? Она вот здесь берет дыхание. А я предлагаю. Ты поняла, где я тебе предлагаю? Но я не знаю, что здесь под текстом. Ну, если вот третья строчка. Вот. Ой, не знаю, эти балалайки, что тут как. Где тут это место? Покажи ткнинам, где это место. Где мы сейчас пели? Где ты пела сейчас вот это? Вот это третья строчка. Эй, вот это? Да. It's like it. Мне нравится, да? Да. Ну, конечно, после того, как нравится, надо брать дыхание. Нет, ей нравится, и она здесь делает дыхание. Это же естественно, Сарьяна. Вот тут, пожалуйста, берем... Нет, был бы текст, сейчас бы все везде бы нарисовали. Ну, что это такое? Еще разочек. Мы с Александром Ильичем поем. И берем... надо прямо вот так вот, чтобы было показательно. И... Ну ты не взяла дыхание после лаки, после ваших лайков. Лайки, да? А, вот это откуда, мне нравится. Ну не собаки, это лайки. Ну я понимаю, это лайки. Я поняла, лайк, нам мне нравится. О, какая прелесть. Еще разок. И опять звук был поверхностный. Опять ушла. Опять он мне никакой, ну можешь же. И...
Ну не хочешь брать дыхание, будешь тогда работать. Но сейчас было let me people, какой-то дай интима. Ну нравится там кому-то что-то, потом переведешь текст до конца. Ну хорошая такая вот позитивная вещь. Ну прямо не знаю, я не знаю, что ты там будешь себе представлять. Еще разочек. Вот весна нравится, очень хорошо. У нас осень, а тут у нас в сердце всегда у всех должна быть весна, когда все распускается, все живет. Спой на легато больше и добавляй динамической волны. Два. Я поняла, в чем дело. Поднимаем на тон. На тон поднимаем. Мы не можем петь. Нам низко. Мы поднимаем. А что сама молчишь? С одной стороны, мне некоторые твои нотки прям сильно очень хорошо, ну прямо нравятся твои тембрально иногда, но не всегда. Ты забываешь о том, что нужно звук генерировать правильно, как бы все вот это вот. И все, опять полетело. Бабочка бяк-бяк-бяк-бяк, и все, звук поверхностный. Тончик, дайте свой ночью. Вторую часть. И на вот здесь. И. Не взяла дыхание опять. Я поняла, вот ты когда поешь первую строчку, да, и вот после этой ноты вообще нет легато. Смотри, я прям туда въезжаю. Вообще. То есть она идет вверх, ноты пошли вниз, а я обратно их туда, позиционно, обратно, я их ставлю, это за счет динамики. А ты проваливаешь его. Это место ты проваливаешь, это точно. Еще разочек с этого места. И... Let me see you as pretty as I do dream. Нет у тебя после лайков дыхания? Ты боишься, что не успеешь вдохнуть? Тебе надо остановить? Ну я же понимаю, они все боятся. А ты опоздай специально сейчас. Я тебя очень прошу, опоздай. Нет, лайк, пожалуйста, спой. Догонишь потом? Или вообще, Александр, сыграйте еще разочек. Пошли вместе. И... Спой лайков. Лайков. Ты поняла, как я сделала? После этого спокойно споешь и догонишь сама. И... Это было спазматически. Не позволительно спазматически. Ну я тебя очень прошу, Сарья. Ты можешь спокойно? Отдыхайте, Саныч, мы будем дышать сейчас. Да. Отдыхайте. Поем? С текстом. Да? Let me see what's let me. Туда же, где летом. Let me see red spring is like all dripper in mine. А еще сильнее можно? Вот сильнее. Like Angie, Angie, all in mine. Наслаждайся. Еще разочек. Не точные были ноты. Завышаешь. Пошли еще разочек. И. Let me see red spring is like all dripper in mine. Ты понимаешь, что нужно? Сделай на этом нисходящем ходе, сделай крещендо, позиция остается вверху, а как ее, Сарьяна раскрывает замок, молнию прямо раскрывает. Вот так ее все раскрывает. И диафрагма уходит вниз. Пошли. И. Let me see what spring. Еще разок. Let me see what spring is like. How deeper in Mars. Медленнее делай, медленнее. Сейчас я сама лечу. Она боится, что она опоздает. Сейчас все успеешь, Сарьяна, пошли. И.
дыхание в конце. Ты сейчас точно спела. Ты представляешь уже этот замочек. И тебе это помогает. Но ты не взяла опять дыхание. Мы сыграли медленнее. Александру Валерьевичу спасибо. Царяне нет. Еще раз она не дышит. Пошли. И... Ты сейчас взяла, но все равно это было... Видно, что это надо было просто взять. Быстренько лайк сказали, быстренько вздохнули. Спокойно. Мы же сейчас не на концерте, мы сейчас на уроке. Опаздывай сколько хочешь. Можно ты опоздаешь сейчас? Александрович, мы попросим ее опоздать сейчас. Специально поем еще раз. И... Let me see my spring. It's like all dream and rainbow. Уже было лучше, по крайней мере, вторая часть. Лайк у нас был как лайк. Лайк, лайк, лайк. Сделай его мягким, сделай его нормальным. Одно дыхание сейчас взяла уже лучше. Еще разок. И... Let me see my spring. It's like all dream and rainbows. И нотка была, Майс, вот этот твой, она была слышна. Было лучше, но дыхания все равно мне не хватает. Вам хватает? Нет, они никто не дышит. Дышит просто ради того, чтобы вздохнуть. А надо дышать это в радость, надо дышать это в удовольствие. Ты можешь это в удовольствие? Давай быстренько, пока на 5 минут, может, хватит. Меняем, да? Ты запомнила? Сейчас по-другому берем дыхание. Просто пока все начнет играть. Еще разочек. Тончик верните нас. Где мы берем? Ну-ка быстренько. Let me see, let me see. Let me see red spring, it's like all dripped rain marks. Да, мы сейчас здесь возьмем дыхание. Только скажи мне, пожалуйста, тебе запрещали брать дыхание, чтобы его было видно, слышно? Да. А мы тебе, пожалуйста, с Александром Валерьевичем очень просим, прямо низко в ноги поклонимся, отвыкай от этого. Mm-hmm. Ты понимаешь, это эмоции, это нормальное явление. Ай, поем. Два. Вторая часть. И... Let me see red spring. Дыхание. It's like all dripped. Дыхание было замечательное, Александрович, дыхание было замечательное сейчас. Еще раз. И сейчас дыхание было хорошо. Еще больше покажи мне его. И. Let me see my spring. It's like all dripped rain. Выше. My. Где предыдущее, туда же май. Еще раз. И. Let me see. Низко. Еще раз. Let me see my spring. Решила выше спеть. Еще разок. Ну, было хорошее дыхание уже. Господи! Ой, я не могу сидеть. Я такая маленькая. Пошли. И... Let me see my spring. It's like all drifting. Ага, все провалило дыхание. Не взяла, все, и май, и все. Еще разок. И... Let me see my spring. It's like all drifting. Все, молодец. Вот этот вариант, чтобы ты запомнила. Тебе так удобнее? Да. Значит, после лайков мы не дышим. Мы дышим перед. И, пожалуйста, интонацию вылить, опирать звук, делать его красивым. Понимаешь, ты не совсем же новичок, ты все-таки пела, ты занималась. Поэтому давай все, в добрый путь. Угу. Поняла, на чем работать? Все, на сегодня все. Спасибо.